Всем привет, с вами Ромашка. Сегодня я хочу показать еще один вариант дизайна ногтей с жестовской росписью. В этот раз я буду рисовать цветы не на традиционном темном фоне. Для основы дизайна я использую светло-желтый лак на все ногти, а на безымянный – синий. Название всех материалов ищите в инфобоксе под видео. Когда лак полностью высох, начинаю роспись. Для нее использую кисть «Кошачий язычок» и акриловые краски. Синей краской делаю замалевок. Теперь заранее смешанными синей и черной краской ставлю тени в бутон и на лепестках. Далее рисую лепестки. Для них я уже смешала синюю и чуть-чуть белой краски. Далее добавляю побольше белой и вырисовываю лепестки. Теперь темно-зеленым цветом рисую листья. Все то же самое повторяю с каждым ногтем, где нанесен желтый лак, только цветы располагаю немного иначе. Чтобы нарисовать стебельки, использую кисть-волосок. Этой же кистью обвожу контур цветов. Далее желтой краской ставлю тычинки. Все то же самое повторяю на всех ноготках. Для украшения безымянных пальцев использую металлические аппликации в форме птички в клетке. Чтобы они плотно прилегали к ногтю, скругляю их, используя карандаш. Устанавливаю их на топ-сушку. Далее наношу еще слой топового покрытия, и наш дизайн готов. Если видео для вас оказалось полезным, ставьте пальчик вверх. Чтобы не пропустить новые ролики, подписывайтесь на мой канал и читайте мой блог ВКонтакте. Всем большое спасибо за внимание, с вами была Ромашка, до встречи!